Ну что ж, это очередное видео на тему, как классно падают шмотки в лабе 4. Сегодня буду открывать аж 8 эксклюзивов. В прошлый раз было 12, по-моему, и 12 моего ПО-ка. Интересно, что мне выпадет. Это пиздец, интересно. Фармил часа 3, наверное, эти 8 эксклюзивов. Дроп пиздец классный. На пати рассчитано. Я выбил, кстати, арморку. Скрин привожу. Прям отлично. Шанс 0.02 был. Отлично все. Я на позитиве. Открываю эксклюзивки. Голд. Ого. Да мне прет. Еще голд. Отлично. Отлично. Сколько голд? Отлично. Пойду тоже сломаю. Вы что, гоните? Сейчас прям пойду ломать. Достаю свой запас от ССГ и иду ломать. Сначала сломаю, а потом иду открывать. Ну, по ока. Так, сажусь. Да, давай армора. Пиздец интересно. Шесть лак, спасибо. Еще давай. 6 декс давай. Красиво жить не запретишь. 7 декс, смотрите, я не угадал. Ставлю на поломку, поломка, давай. Восемь маги, отлично. Не поломалось. Четвертый раз уже, четвертый. Пока что из статов ничего интересного не выпало. Десятки я вообще ни разу не видел. Там, походу, не знаю, лимит какой-то. Вот, сломал. Отлично, спасибо. Go next. Еще одна. Так, надо лупу изучить. Так, Identify. Отлично, отлично. Восемь маги, спасибо. Интересно, вообще на 10 СТР это возможно заточить? Зачантить, точнее. Только позитивный стат, а только плюс 8. 7 вид. Отлично. Дальше. 7 вид для слабых. Сломал. Спасибо. Боже, какой-то ублюдок в пронте спамит. А, ну да. Давай еще. Так интересно, пиздец. Сломал еще. Еще 2 штуки сломаю. Раз. Ну и 2. Нет, это... Даже одну сломаю, и все. Открою око. Пиздец, интересно. И так я сломал уже где-то 25-ю гашку сейчас сломаю. ГВАшку. Отличный дроп. Отличный сервер. Класс. Все, спасибо. Ну и еще одну. Чего теряться? Давайте гринку. Вот, чтобы все честно было. Две гринки, да. Раз. И 2. Шанс так и блещет. Учитывая то, что сотовую вещь вообще невозможно защитить, я не знаю, зачем обычные шмотки. Походу, сейчас проебал 50 цг, да? Отлично.
квартире. О, спасибо. Просто охуенный шанс. Открываем ОПОК-а. Пиздец. Хайд Приска, Майя, два Атроса. Охуенный, блядь, дроп. Пиздец. Спасибо. Нахуй эта лаба, блядь, нужна? Я не знаю. Что на этом сервере делать? Я тоже не знаю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, я надеюсь, когда-нибудь еще.